Смоляной бычок. Жили-были дедушка, бабушка да внучка, Танюшка. Вот задумал однажды дедушка смастерить бычка. Сделал из самого туловища голову. Взял 4 палки, получились ноги. Потом всего смолой вымазал и вышел у дедушки смоляной бычок, черный бычок. Только успел хвост приладить, а бычок уже сам в сарай побежал. Утром Танюшка отвела бычка на лужок пастись. Вышел из лесу медведь, увидел бычка и решил его съесть. Подобрался, схватил бычка и прилип. А бычок домой пошел и медведя со собой потащил. На клечке дедушка, бабушка и Танюшка стоят, бычка встречают. «Вот так бычок!» — говорит дедушка. «Какого медведя привел? Сошью теперь себе медвежью шубу!» Испугался медведь и просит: «Не губите меня, отпустите меня, я вам меду принесу!» Дедушка и отпустил медведя. На другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вышел из лесу волк, увидел бычка, подкрался волк, вцепился зубами в бычка, да и завяз в смоле. А бычок повернулся и пошел домой. Увидел старик волка и говорит: «Эй, вот кого сегодня бычок привел, будет у меня волчья шуба!» Испугался волк: «Ой, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов дам!» Дедушка волка отпустил, только его и видели. На следующий день пошел бычок пастись. Выскочил из леса зайчик, удивляется, что за бычок здесь гуляет. Подбежал к нему, тронул лапкой и прилип. Привел его бычок домой. Дедушка и зайчика отпустил, обещал ему зайчик принести капустки да красную ленточку для Танюшки. Вот под вечер сели дедушка, бабушка и Танюшка на крылечке. Глядят, бежит медведь к ним во двор. Несет целый улей меду, вот вам! Не успели мед взять, как бежит серый волк. Несет мешок орехов, пожалуйста! А вот и зайка бежит, качан капусты несет. Да красную ленточку для Танюшки возьмите скорее. Никто не обманул.